К редким книгам в библиотеке относятся особенно трепетно, поэтому держать уникальный экземпляр, а тем более листать его, можно только в перчатках. Юным конкурсантам предстоит окунуться в удивительный животный мир Альфреда Брэма и проявить всю свою фантазию. Задача художника-иллюстратора – не просто создать картинку. Важно, чтобы изображение раскрывало текст литературного произведения, помогало читателю погрузиться в мир, который сотворил писатель. «Жизнь животных» Альфред Брэм написал в середине 19 века, но до сих пор книга остается одной из самых популярных энциклопедий о животном мире. Издание в 10 томах – настоящее украшение редкого фонда Маяковки. Все его истории наполнены тонкими наблюдениями и искренними, живыми человеческими эмоциями. Вся эта фауна грустит, негодует, радуется, веселится, обзаводится семьями, обживает новые территории. Кажется, писатель знал о животных практически все. В энциклопедии Брэм в деталях рассказал читателям о биологическом строении, характере и окружающей среде представителей фауны. Для конкурса сотрудники библиотеки отобрали несколько отрывков из описания птиц, рыб и зверей. И их читатели могут проиллюстрировать в любой технике и форме. Материалы для поделок и форма рисунков могут быть ограничены лишь фантазией наших участников. И я думаю, что, набравшись впечатлений за лето, набравшись каких-то, может быть, новых знаний, они смогут воплотить это в форме рисунка либо поделки. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно сфотографировать свою работу и отправить на электронную почту библиотеки до 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре. Все участники получат дипломы, а лучших иллюстраторов наградят призами. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.